Потихонечку проходит каналом туристов. Вот разводится мост специально, да, для прохождения этого парусника такого. Малым ходом идет. Погода, конечно, не очень, дождит. Ну да ладно, смотрим дальше. Итак, вот каким образом образуется вот толпа зевак, в том числе и я. Вот мост поднялся и будет проходить судно. Наша цель — туннель. Но, как вы догадались, это Гамбург. Сегодня дождит. Ну ничего. Как говорят, матч состоится в любую погоду. И вот судно проходит. Ну, мы его снимали тут все. А вот еще наверху, на балконе. Очень много. Какой-то отель. Вон там вершина. Церковь Святого Михаила, по-моему, там, где мы были наверху. Наша цель — на туннель. Вот мы сейчас вдоль набережной и поедем. Кстати, вот таких вот отелей здесь очень много. Итак, вон наверху наша церковь. И вот такой вот причалы. Кто-то выходит прокатиться. Вон то судно, за которого мост подняли. Вот чуть-чуть обороты не пошли. Скорость добавилась. Ну вот так вот, такие виды. Интересно, да, сколько много прогулочных, экскурсионных, а также таких ресторанчиков. Ну, как видим, спасательные всегда на поготове. Так, едем дальше. Поехали. Спускаемся вниз. Итак, мы спустились, и вот такая вот, да, ширина. Получается, мы, да, под водичкой. Оп. Едем дальше, смотрим туда. Итак, мы потихонечку доезжаем до другого конца. Сейчас поднимемся на лифт, посмотрим что и вернемся назад. Итак, что мы видим? Вот такие вот шахта. 1, 2, 3, 4, 5. Я так понимаю, 2 для автомобилей. Это для пассажирских. Вон еще одна поехала. Даже 6 получается. 2 пассажирских, 4 автомобильных. Ну вот так вот. Итак, поднявшись я наверх, на ту сторону, ничего такого интересного нету. Как бы, ну, кто-то пешочком спускается вот. А мы поехали
Как бы все. Вот такой вот маячечек. Идем дальше. Вот так вот, такие лестничные такие спуски и подъемы. Еще большой ангар. Это где отпускаются, наверное, чуть побольше партиями. Как бы опыт такой, да? Ну, вот так вот.